Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией разогнали сходку уголовных авторитетов во главе с так называемым «вором в законе» Александром Кушнировым. Спецоперация прошла днем 9 июля в Лиде. Оперативники по борьбе с оргпреступностью и бойцы СОБРа возле озера задержали 32 человека. У некоторых из них силовики нашли ножи и топор. Причина собрания – передел сфер влияния в криминальных кругах Беларуси. Участники – представители уголовной среды различных городов страны в возрасте 22 до 60 лет. Большинство мужчин привлекались к уголовной ответственности за различные преступления. По данному факту милиция проводит проверку. В прошлом году оперативники пресекали подобные собрания в Лиде, Бобруйске, Минске и Полоцком районе. С начала года это первая попытка представителей криминального мира организовать подобную сходку. Thank you.